Группа компании «Нефтегазмаш-технологии» начала свою работу более 6 лет назад и зарекомендовала себя как производитель и поставщик высококачественной продукции и услуг для нефтегазового комплекса. Оборудование и технологии в области очистки, приготовления буровых растворов, обезвреживания и утилизации жидких и твердых отходов бурения, технологической оснастки для обсадных колонн. Группа компании «Нефтегазмаш-технологии», созданная в 2000 году, первоначально как небольшое предприятие по изготовлению технологической оснастки, в настоящее время представляет собой крупный промышленный комплекс, насчитывающий общей численностью более 550 человек работающих. В состав группы компаний входят предприятие «Нефтегазмаш-технологии», занимающееся разработкой предприятия «Нефтегазмаш-оснастка», занимающееся производством и продажей технологической оснастки для обсадных колонн, кассет для вибросит отечественного и зарубежного производства. Тихорецкий завод «Красный молот», город Тихорецк, являющийся базовым производственным предприятием. Это предприятие отсчитывает свою историю с 1896 года и занимается производством комплектующих изделий для систем очистки буровых растворов, проектированием и производством оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, авиатопливозаправщиков и воздухосборников. Завод нефтегазопромыслового оборудования, город Горячий Ключ, производящий шламоотделители, запорную арматуру и насосы. География поставок нефтегазового оборудования охватывает практически всю территорию России. От Калининграда до Сахалина, от Заполярья до Каспия. Наши клиенты – крупные компании и объединения. «Нефтегазмаш-технологии» является членом Ассоциации буровых подрядчиков, членом Союза производителей нефтегазового оборудования, предприятие-участник Российско-Нигерийского форума и большинства крупных международных выставок в России, Казахстане, Узбекистане, Венесуэле, Иране, Аргентине и других. На сегодняшний день «Нефтегазмаш-технологии» – стабильно работающая и динамично развивающаяся компания. Взаимовыгодное сотрудничество с потребителями нашей продукции, ежегодное участие в международных выставках, научно-технических конференциях позволяет нам занимать лидирующее место в производстве нефтегазового оборудования в России.